Окей, продолжим. Гитару можно чуть подбавить, если тогда есть. Подбавить? А у меня предел. Предел. Не, ну если можно, я говорю. Сейчас, я знаю, что немножечко вот так вот. Хорошо, продолжу с вами. Еще небольшая история. Выходит жена нового русского из машины, смотрит на афишу и говорит: «Дорогой, давай сходим с тобой на концерт. Там Моцарт». Муж отвечает: «Слушай, а зачем нам идти? Моцарт же ясно написал, что концерт не для нас, а для флейты со скрипкой». Отлично, продолжим. Следующая песенка. Кто я? Кто я, если не тот, кто придумал себя? Кто я, если не тот, кто составил портрет? Эти глаз и линии брови, получая билет, иду за скоплением звезд, чтобы видеть их свет. Кто я, если не жидкость и груда камней? Делая вдох, я впускаю в себя пустоту. Знаешь, это давно уже не секрет, что каждый наш шаг предначертан движением планет. Кто я, если во взгляде моем океан, видя в тебе его, я забываю свои мысли и только о веки ущелья скал. Он развивается в слезы твои и мои. Кто я, если одна половина меня знает, что будет с другой, только не говорит. В легком дыхании ее этой песни мотив. Что я услышал случайно среди голосов? В легком дыхании ее этой песни мотив. Услышал случайно среди голосов, среди голосов, среди голосов, среди голосов, среди голосов. Спасибо большое, друзья. Да, как говорил Олег, еще увидимся. Ну, не забудь. Так, Роман Калинин, запоминаем. Да-да-да, я вот первым делом это стараюсь сделать эту функцию. Вот, опять же, всех приглашаю остаться на обсуждение, у нас примерно в 9.